Новый год – один из наиболее популярных народных праздников в мире. В ночь с 31 на 1 в домах культуры населенных пунктов Солигорского района, увеселительных заведениях и на центральной площади города пройдут основные праздничные мероприятия, на которых ожидается большое скопление граждан и автотранспорта. При посещении мест проведения праздничных мероприятий запрещается проносить с собой спиртные и слабоалкогольные напитки, а также пиво. Прохладительные напитки – запрещается проносить в стеклянной, металлической, а также пластиковой таре более литра. Запрещается проносить с собой оружие, взрывные устройства и взрывчатые вещества, легко воспламеняющиеся вещества, колющие, режущие предметы и иные предметы, которые запрещены к обороту. Кроме того, не стоит идти в места празднования в сильном алкогольном опьянении. Уже традиционно на площади будут установлены турникеты и будет проводиться досмотр желающих пройти. Солигорский РУВД просит вас быть более благоразумными и осмотрительными. Избегайте конфликтных ситуаций. В случае совершения в отношении вас преступления, или же если вы стали свидетелем или очевидцем преступления, а также при обнаружении каких-либо подозрительных или посторонних предметов, оставленных без присмотра, незамедлительно сообщать по телефону 102. В дни новогодних и рождественских праздников правоохранители будут следить за правопорядком в регионе, имущественной и дорожной безопасностью.